Фонды Ивановского областного художественного музея ежегодно пополняются новыми экспонатами. 3 года назад появилась традиция – накануне Нового года показывать посетителям все поступления. Как правило, свои работы музею дарят художники, но и простые горожане не остаются в стороне. Вот, например, эта печатная машинка подарена одной из жительниц Иваново. У нас жители города очень отзывчивые, очень часто приносят фотографии или какие-то предметы. Мы проводим отбор, конечно, мы не можем брать все, потому что музейное собрание все-таки пополняется вещами действительно интересными, и действительно приходится жесткий отбор где-то применять. В прошлом году новые экспонаты размещали в маленьком зале музея. Продемонстрировать все подарки тогда оказалось затруднительно. Теперь под выставку отведено сразу 2 зала. У нас включены сюда работы, которые были подарены не только в 2013 году, но, вот, допустим, работы графика Ирины Воробьевой, им художница уже более 20 лет, ровно 20 лет назад, ее, к сожалению, уже нет на свете, но вот ее работы были у нас в собрании, не было возможности показать, а поскольку это тоже дар, вот в этом году они включены и составляют значительную часть нашего выставочного проекта. Ни одна выставка «Приношу в дар музей» не обходится без археологических находок, подаренных Павлом Травкиным. По его словам, за каждым горшком история. Эти предметы средневековой культуры обнаружены в ходе раскопок на территории Плеса и Луха. И долг археолога – передать их на хранение музейным работникам. В музее в художественном, конечно, должна быть коллекция, связанная с древними корнями нашей отечественной культуры. Поэтому здесь, конечно, должны быть вещи, связанные с древним ювелирным делом. На нашей территории это несколько тысяч лет истории, да? Вот. Вот вам керамическое производство. Естественно, что и кузнечное, и так далее. Все это должно быть отражено в виде коллекций. Особой гордостью музея являются работы Владимира Немухина – живописца, графика и скульптора. Их подарили незадолго до открытия выставки. 3 геометрические скульптурные композиции «Коллаж» стали настоящим украшением коллекции. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.